This morning's subject is neonatal seizures. Будем говорить о неонатальных судорогах. И вот я каким образом построила свою презентацию. Вначале буду говорить о эпидемиологии, о клинических признаках, потом я буду говорить о амплитудно-интегрированном ЭЭГ и потом буду говорить немножко о антиэпилептическом лечении. Заболеваемость, в принципе, неонатальные судороги, они в разных группах населения, мы видим где-то 2,8 случаев на 10 тысяч приблизительно среди населения. Если посмотреть на пациентов реанимационных отделений, то цифры немножко выше. И где-то 10-20% таких пациентов, у них возникают судороги после операции. Причина разных, почему цифры тут разные, потому что по-разному определяют неонатальные судороги. Иногда только клинические судороги определяются, иногда нужно, чтобы было подтверждение ЭКГ, потому что мы все больше переходим сейчас к этому определению, когда говорим о диагностике неонатальных судорог. Обычное определение – это то, что написано во многих работах: внезапное, повторяющееся, развивающееся, стереотипное, иктальная такая, такой паттерн с четким началом, середины и заканчивающейся приблизительно на 5-10 секунды. Ну, где-то длительность судорог приблизительно 30 минут, то есть они могут час, полчаса, час иметь. Если больше 50% на записи вы видите судорог, то это значит определяется статус эпилептика. Что мы видим в литературе сейчас касательно этой темы? Большинство неонатальных судорог появляется в течение первых 3 дней жизни. Вы тут видите кумулятивные и видите дни жизни. И вы видите, что на 3-й день где-то между 15-80% судорог определяются. И также здесь мы видим метаболические, инфекционные. И мы знаем, что большинство этих судорог, они реактивны. Вначале есть нарушение в оксигенации или метаболизме, или же в церебрально-мозговом кровотоке. Книга «Неврология новорожденного» Вольпе, она очень полезна, потому что в ней почти обо всем написано. Здесь вот время начала, здесь есть относительная частотность, это недоношенные и доношенные дети, и здесь первые 3 дня в начале идет гипоксия, ишемическая энцефалопатия, потом идет внутричерепное кровотечение. Все эти цифры немножечко устарели теперь. И я думаю, что теперь, когда мы убираем медикаментозное лечение, то тут цифры увеличились. И дальше идут гипогликемия, гипокальцемия и так далее. Также, что мы знаем, что то, что мы
думаем, есть неонатальным судорогой, когда перед нами ребенок находится. Это не всегда ассоциируется с судорогами на ЭКГ. И одно из первых исследований было Мисрахи Келавей. Они провели видео ЭКГ 95 детей. В основном это были доношенные, почти доношенные дети. И видео записало 415 судорог. Когда посмотрели на это позже, то они увидели, что только одна треть того, что считалось клиническими судорогами, имеет соответствующую деятельность судорожную на ЭКГ, а две трети не имеют такое соответствие на ЭКГ. Поэтому вывод был сделан, что большинство неонатальных клинических судорог, которые подозреваются, фактически не подтверждаются на ЭКГ. Вместе с другими данными такого типа было исследование Боба Кленси, показывает, что большинство, это практически 90% судорог, он считал судороги в ЭКГ новорожденных и по ЭКГ, и 80% этих судорог были субклинические, они не коррелировались с клиническими. Было также исследование Мисхари Келавей, там, где говорится, что две трети клинических судорог не имеют соответствующей подтверждения на ЭКГ. И поэтому мы видим тут фактически только вершину айсберга, мы видим клинические судороги, но огромное количество деятельности субклинической, связанной с судорогами, которые мы можем видеть только на ЭКГ. На следующем слайде более свежее исследование. Тут показано, что меньше чем 10% судорог правильно определялись среди детей, находящихся в реанимации. И это Мюррей из Ирландии. И видео записало 12 детей с гипоксии к ишемической энцефалопатии, они записали количество этих судорог на ЭКГ, которые обнаружатся, потом видео записало клинические судороги, задокументированные судороги, которые были записаны медицинским персоналом или сестринским, записали 520 судорог с ЭКГ, но только 48 были правильно определены персоналом. Некоторые дети, три ребенка, не имели этих судорог, и поэтому сестры записали в 20-30 случаях эти судороги. Это не потому, что это подразделение было какое-то, плохо работало по определению судорог. Я думаю, что такое же происходит в большинстве наших подразделений, в большинстве наших госпиталях. Очень сложно правильно определить неонатальные судороги. Три ребенка, у которых не было таких судорог. Это фактически описание этих судорог, клонос, тремор, апноэ, то, что мы все считаем судорогами, это подергивание всех четырех конечностей, опять же, апноэ, конвульсии вот этих всех четырех конечностей. Ну, одна из причин, почему так сложно определить клинически, это потому что длительность достаточно короткая неонатальных судорог, и большинство неонатальных судорог, они длятся меньше одной минуты. Вот эти два исследования показывают это очень четко, но мы также должны помнить, что у них большое количество антиэпилептических препаратов, и поэтому, может быть, здесь судороги из-за этого короче по сравнению с тем, что если бы их совсем не лечили. Еще одно явление, которое описано Бойландом и Мореем из Ирландии, это разъединение после антиэпилептического лечения. Это еще 7 разных детей здесь представлено, то, что вы тут видите.
это длительность судорог по секундам, и вы видите электроклинические судороги, и под этим я имею в виду, что это клинические судороги, которые ассоциируются с деятельностью ЭТ. И таким образом вы видите, что здесь происходит, когда вы применяете антиэпилептические препараты, электроклинические судороги сокращаются в большинстве случаев, и фактически тут вообще никакой деятельности мы не видим. Но вместо этого мы видим, что субклинические судороги, электрографические, увеличиваются. И вы видите это в основном во всех случаях. И это часто называют такое вот явление разъединения. И вот дилемма Джозефа Вольпе в его классификации судорог попытался это все рассортировать, определенные клинические типы судорог, которые в основном ассоциируются с электрографическими судорогами. И вот что он увидел: очень мелкие, фокальные, тонические, и более общий миоклоник. Но это, тем не менее, сложно до сих пор, если ребенок с слабыми судорогами, то вы видите вот эти все три ребенка, у которых не было деятельности HIE, у них была вот это то, что мы называем слабая деятельность, у них была апноэ. Например, если мы смотрим на недоношенных детей и сравниваем клинические симптомы судорог, то они очень похожи на доношенных детей. И то, какая проблема с очень недоношенными детьми, что у них больше субклинических судорог, хотя некоторые из них были парализованы, но мы, тем не менее, знаем, что это у очень недоношенных детей. Чаще мы видим субклинические судороги. И вот это распределение между клиническими и субклиническими судорогами. Если вы посмотрите на клинические судороги, то это очень похоже, и если ребенок или недоношен, или доношенный, то здесь показатели достаточно близки. Но в первую часть я хочу закончить тем, что хочу сказать, что судороги происходят у 1-2 детей на 1000 новорожденных, они ассоциируются с перинатальными инсультами, с кровоизлиянием, гипогликемией, инфекцией, и появляется в течение первых 3 дней жизни. Клиническое определение неонатальных судорог ненадежно, потому что большинство судорог субклиничны, клинические симптомы могут быть очень слабыми или неконкретными, и судороги очень часто бывают короткими по длительности. Когда мы используем мониторинг такой-то, мы видим, что у некоторых детей судороги продолжаются много часов, и я тут вам показываю некоторые примеры. Вот это ребенок с гипоксиишемической энцефалопатией, и вы видите тут статус эпилептикус, тут мы даем тиопентал препарат, который немножечко подавляет, а потом мы видим повторение судорог, и ниже вы видите здесь с каждой части мы видим, вот как представлены это записи, это очень убедительные судороги, здесь опять субклинический статус эпилептикус тоже длится много часов, и еще это здесь мы давали мидазолам, это ребенок с кровоизлиянием в желудочке головного мозга. Это вы видите опять вот судороги. Нет судорог, опять судороги. Это все субклинически, но тут ребенку давали антиэпилептические препараты. Иногда мы видим вот такие. Это постоперационные у ребенка, у которого была операция в связи с врожденным пороком сердца, и мы видим 3 очень коротких судороги вот здесь.
Это для того, чтобы было все проще, я это обсуждала с одним из врачей вчера. Используем мы один или два канала, мы рекомендуем два канала, но для простоты того, чтобы тут показать эти слайды, я обычно использую один канал. Но если вы используете два канала, то вы также можете видеть разницу между двумя полушариями. И вот это, в этом случае ребенок с новообразованием внутричерепным, и тут очень депрессированный. Вот этот паттерн, который более тут вот подавлено здесь, но тут нету, с этой стороны мы не видим судорог. Поэтому мы убеждены, что при помощи вот этих этого оборудования мы определяем многие судороги, но проблема, когда используем видео, то проблема, когда у нас вот это ограниченное количество каналов, мы, может быть, записываем только с P3, P4, или F3, P3, F4, P4, C3, C4, то мы не полностью мозг охватываем. Поэтому сколько мы пропускаем судорог, когда проводим вот такой очень простой мониторинг? Также мы знаем, что если у нас полное ЭКГ и больше электродов, то тогда мы, конечно, определяем большее количество судорог. А если меньше судорог, то это будет видно. Вот тут два примера, например. Я не буду их детально вам рассказывать, я просто показываю, что чем больше электродов у вас, тем больше судорог вы определяете. Таким образом, это такой слайд, где показано, каким образом сравнивается ЭКГ и амплитудно интегрированное ЭКГ. Я хочу сказать, что если я начну вот отсюда, это очень важное исследование, которое провели Боб Кленси и Шелхас. Они записали 125 ЭКГ, где было 851 судорог. Они смотрели на тенденцию. Дальше они могли определить только 26% судорог, но поскольку эти судороги повторяются, они могли определить 40% ЭКГ с судорогами, но вот это C34. Но если они смотрели на один канал, то они могли определить 78% этих судорог, то есть это было видно на этих каналах, и 94% ЭКГ с судорогами. И это самое важное исследование. Мы также это проводили давно, более простыми методами. Мы смотрели на одноканальное ЭКГ, мы нашли, обнаружили 48 судорог, это соответствует 15 судорогам по АЭК, ЭКГ, 4 клинических судороги. И вот здесь приблизительно такое же соответствие, 76% судорог определено было в двухканальном АЭКГ. Это табличка, где показано то, о чем я только что говорила. И это еще одно исследование, которое показывает, что одноканальное ЭКГ может определить где-то 78% судорог. Однако они смотрели не только на количество, но смотрели и на длительность судорог. И поэтому увидели, что одноканальное ЭКГ, оно недооценивает длительность судорог. Если один канал вы используете, то тогда кажется, что более короткая длительность судорог. Несколько исследований теперь появилось. Это одно из Китая исследований. Они также тут сравнивают клинические наблюдения с тенденцией амплитудно интегрированной ЭКГ.
Они 62 детей у них тут, 62 ребенка было с судорогами. И я показываю вам это, потому что если у вас больше, чем 5 судорог в час, то очень хорошо это определяется при помощи АЭКГ, но лучше использовать реальный ЭКГ, потому что тогда вы меньше судорог определяете, если это не так часто записывается, а также длительность судорог. Если у вас длительные судороги, то, скорее всего, вы это увидите на АЭКГ, на вот этом сыром ЭКГ, но центральная, если у вас локация центральная, то скорее вы их определите. Вот это суммировано то, что вы можете увидеть на табличке. Извините, тут немножечко мы перепрыгиваем. Это еще одно исследование израильское, уже тут тоже мы рассматриваем определение ненатальных судорог, сравниваем амплитудно интегрированное с обычным ЭКГ. Тут студент, также практиканты неонатолога, они увидели, что неонатолог, конечно, гораздо лучше и проводил исследование, чем студент, а вот тот, который проводит исследование, тоже очень хорошо определяет судороги. Мы понимаем, почему мы их лучше определяем, потому что мы очень стараемся их найти, определить. Одна причина, почему ЭКГ дает хорошие результаты по определению судорог, потому что, наверное, большинство судорог появляются в этих регионах, в центральной и височной зонах. И это два исследования, которые показывают, что большинство судорог у новорожденных появляется в центрально-височной зоне, и гораздо меньше их во фронтальной зоне и затылочной. И опять-таки, группа Боба Кленси показывает, что если вы электроды вот сюда на лоб поместите, то скорее вряд ли вы будете записываться, вряд ли будут записываться судороги. Тут вы видите только 70% записывается центральными электродами. We do также мы видим судороги у крайне недоношенных детей. Это два исследования Штатов, группа Шах и Викстром. Они 51 ребенок с гестационным возрастом меньше 30 недель. И они обнаружили, что 22% этих детей, 11 из них имели подозрение на судороги на АЭКГ, а это было подтверждено сырым ЭКГ. Эти судороги были ассоциировались с кровоизлиянием в желудочке головного мозга и со смертью. Также 49 детей гестационный возраст меньше 32 недель, 21 из них. Мы более 2000 часов записывали ЭКГ и потом увидели, определили судороги у 43% этих детей, это очень высокая цифра. 21 ребенок имел судороги. Мы также посмотрели, насколько из этих судорог были видимы на АЭКГ и увидели те же самые цифры, что и на американском исследовании. 11% это можно было определить при помощи АЭКГ. В нашем исследовании судороги опять-таки были ассоциированы с ВЖ. И мы не видели
в основном у большинства были короткие очень судороги, они клинически не определялись и их не лечили. Одна из причин, почему мы их не могли определить, это мы увидели. Сейчас исследуем AED tracings from a large multicenter study, also funded by the European Union. На записях АЭКГ, это из Европейского Союза исследование, это один из примеров таких исследований. Здесь вы видите записи АЭКГ крайне недоношенного ребенка, и мы видим совершенно никакой деятельности, которая бы показывала на судороги, но тем не менее, вот у этой системы есть алгоритм определения судорог. Желтая говорит тут, что может быть такая повторяющаяся деятельность или судороги. Потом мы еще раз посмотрели, и тут мы видим четкую деятельность. Тут такая высокая амплитуда, что она выходит за границы. Но то, что можем тут видеть, это также и крайне медленная запись. 30 секунд здесь. ЭКГ, и вы видите, что каждые 2 секунды, то есть частота 0,5 Гц, это фильтруется алгоритмом ЭКГ, поэтому невозможно видеть судороги на записи АЭКГ. И мы видим, что эта характеристика очень... Это характерно для крайне недоношенных детей. Мы это не видим на записи, но если очень внимательно посмотрим на реальный ЭКГ. И вторая часть. В заключение хочу сказать, что больше электродов ЭКГ диагнозируют большее количество судорог. Один канал АЭКГ и обычного ЭКГ недооценивают. Оценивают длительность судорог одно-двуканальная, а ЭКГ, ЭКГ может определить 80-90% судорог в обычном ЭКГ. Тенденция АЭКГ без сырого ЭКГ определяет меньшее количество судорог и не может подтвердить их эпилептическую природу. Таким образом, мы знаем, что мы лучше определяем судороги с АЭКГ, ЭКГ, когда большая длительность судорог, более высокая частота, центральная локация и более опытный человек, который оценивает. Дальше я перейду к антиэпилептическому лечению. Много-много исследований проведено, которые оценивают разные препараты для лечения детей с судорогами. Но несколько исследований только, которые используют АЭКГ для того, чтобы подтвердить, что судороги практически прекратились. И совершенно. И как вы знаете, что период во многих предыдущих исследованиях мы не могли у детей, то есть, может быть, прекратились клинические, но продолжали субклинические судороги. Это очень важное исследование. 14 лет тому назад оно было опубликовано в журнале New England Medicine. И здесь в основном фенобарбитал или фенотаин давался детям, и это была видеозапись. И мы видим, каким образом это исследование продолжалось. Я кратко скажу здесь, что если вы давали фенотаин, то полностью контролировали после фенобарбитала цифра та же самая, 13 из 30 полностью контролировали. И это также такое перекрестное исследование. Если терапия не имеет успеха, вы даете другой препарат, то тогда ребенок должен получать фенитрин. Если тут неуспешно, то тогда дают фенобарбитал. И опять-таки, дальше 62% детей полностью контролировали судороги. То же самое здесь, те дети, которым давали фенобарбитал,
И где это было неуспешно, мы давали фенитоин, и 57% детей полностью потом контролировали. Это одно из нескольких исследований, которые тут это показывает. Это еще одно. Тут мы видим цифры маленькие, только 35 детей здесь, они были отобраны. Для лечения второго типа и клоназепам, лигназаин и мидазолам, увидели, что, что тут цифры очень низкие, клоназепам и мидазолам одинаково действуют, и практически по этим исследованиям не было потом продолжения исследований, мы не знаем, насколько все это благотворно отразилось на детях. Теперь, если пойдете в библиотеку Кокрейн, то вы увидите, что очень мало таких исследований, которые оценивают лечение судорог, и вот несколько из них рассматривают это как какой-то острый случай, мы не знаем о долгосрочном эффекте после принятия этих препаратов. Вот это публикация в Акта Педиатрика год тому назад. Три года тому назад была опубликована. Они проводили исследования в Европе и пришли к выводу, что фенобарбитал — это все равно самый главный препарат, и после него бензодиазепин, только за исключением недоношенных детей с весом меньше 1800 грамм. Также очень много исследований проводилось в Штатах, но не в Европе. Я могу вам сказать, что это правда. И мы показываем здесь, что госпитали, которые участвовали в этом исследовании, и вы видите, что первая опция всегда для всех этих госпиталей была фенобарбитал, второй вариант в основном был мидазолам, но один госпиталь использовал клоназепам, а один фенитоин. И третья опция в основном лидокаин. Видите исключение из два фенитоина и мидазолам. Дозы, которые применялись, в основном вот такие, фенобарбитол 20 миллиграмм на килограмм, может быть повторно до 40 миллиграмм на килограмм, и доза поддерживающая была 3-5 миллиграмм на килограмм. И как вы видите, здесь вот эта вся дозировка, лидокаин, доза вот здесь, она немножечко скорректирована, потому что мы также знаем, что дети, которые, у которых мы знаем, что у детей метаболизм изменяется после применения лидокаина, поэтому мы тут должны применять, сокращать эту дозу гораздо быстрее. Что же американцы делают? Вот это также исследование 2012 года из Феногласса. Тут они рассматривают выбор антиконвульсионных препаратов у доношенных и недоношенных детей. То, что тут очень важно, я думаю, для недоношенных детей они в основном используют фенобарбитол как первое, и американская традиция потом использовать фенитоин, а потом бензодиазепин. То же самое касается и доношенных детей. Большинство из них получает фенобарбитол, а потом фенитоин и бензодиазепин. Это американская такая традиция. Это также поддерживает еще одно исследование, где рассматривают диагностику более 6000 детей с судорогами, и препараты, которые использовались для лечения судорог, вы видите, что те же самые цифры, большинство получало фенобарбитол. И вот это огромное такое исследование было.
What this study also showed здесь показано в этом исследовании высокая смертность у детей с судорогами, и в этом исследовании оно не настолько высоко, всего 12%, но большинство исследований показывают 30-40% смертности. Я покажу следующие слайды, но чаще всего это исследование касается того, сколько детей получают профилактические антиэпилептические препараты, когда они возвращаются домой. Мы прекращаем лечение, когда они возвращаются домой, или сколько из них возвратится домой, например, с профилактикой на фенобарбитале. И в Штатах эта цифра достаточно высока. 2/3 детей домой возвращаются с антиэпилептическими и продолжают антиэпилептическое лечение профилактическое. В Европе эти цифры ниже, но у нас нет данных по Европе. И идет дискуссия вот именно об этом, потому что это необходимо, или это хорошо для ребенка. Месяц, например, принимать такие препараты, или мы их защищаем от того, чтобы не развивалась эпилепсия? Это очень сложный вопрос, а пока у нас нет ответа на этот вопрос. Мы знаем, что количество антиэпилептических препаратов, которые необходимы, ассоциируется с результатами. И тут мы видим количество необходимых препаратов для того, чтобы контролировать судороги 2, 3, 4. И это очень низкие цифры, но также видите, что нет четкого соответствия между количеством препаратов и результатом. Черное – это дети, которые умерли. Белое – это те дети, которые в конце выздоровели, стали нормальными. И посредине – это дети с нарушениями. То, что очень важно, я думаю, можно ли контролировать в принципе судороги или нет. Потому что если вы не можете контролировать судороги, то тогда, скорее всего, ребенок умрет или будет инвалидом. Это также исследование, где исследовалось, улучшаются ли результаты, если вы возвращаетесь домой и принимаете фенобарбитал. Это вот мои расчеты, или же если вы прекращаете прием фенобарбитал. И тут вы видите возраст, когда появился первый судорога, и как это выглядело в этой популяции. Вы видите, что дома на фенобарбитале это ниже все время, но разница здесь не статистически незначима, поэтому практически нет большой разницы между этими кривыми. Постнатальная эпилепсия – это одна из причин лечения, для назначения лечения. Цифры достаточно высокие, где-то 20%, и в этом исследовании тоже 20%. То, о чем мы думаем, и это не доказано пока еще, это исследование использовало мониторинг ЭКГ и ЭТИМ. Мы это тоже делали давно, но в наших руках у нас только 8-9% эпилепсии. И мы подумали, что, может быть, это из-за того, что у нас более эффективное лечение, когда мы также лечим и субклинические судороги. Мы этого точно не знаем, но это просто вот мысль такая. Также вы видите высокую смертность во всех этих исследованиях. Это еще одно исследование Шелхаса и Барксани оценили влияние АЭКГ на клинический уход за новорожденными с подозреваемыми судорогами. Это до того, как они начали использовать АЭКГ. У них группа 130 детей здесь, у которых делали ли АЭКГ или нет. И они смотрели на количество исследований, количество препаратов, которые давались. Вот красным здесь показаны цифры, которые статистически значительная разница между этими двумя группами. Даже если это АЭКГ, то мы продолжали записывать полное ЭКГ. И
Мы также записали видео ЭКГ точно так же. И вот что мы тут увидели, что АЭКГ тут гораздо меньше детей, которых был поставлен диагноз клинический без подтверждения ЭКГ. То есть у большинства детей были подтверждены судороги, а у детей с HIE длительность этого диагноза, время диагностированных судорог было гораздо короче. Разные исследования, вы видите, проводились. Вот разные. В заключение хочу сказать, что фенобарбитал – это наиболее распространенный первый антиэпилептический препарат, 20-30-40 миллиграмм на килограмм, назначается в Европе, второй – это мидазолам, а потом лидокаин, а в Штатах – это бензодиазепин и фенотаин. Также мы можем сказать, что у нас более эффективное лечение, если мы все время проводим мониторинг или полное ЭКГ или АЭКГ с ЭКГ, но оптимальная длительность лечения и профилактического лечения пока неизвестна. Может быть, у нас меньший риск эпилепсии, если мы используем постоянный мониторинг. Я хочу еще отметить несколько других вещей до того, как я закончу. Мы используем также АЭКГ и при других заболеваниях, потому что это пример просто, это международное сотрудничество было, и мы тоже туда подавали свои данные по детям с метаболическими заболеваниями. Вы видите, тут не так много детей в каждой группе, но то, что я хочу тут отметить, что количество детей с судорогами. Здесь 40%, здесь 100%, а здесь 1/3, здесь 80%, а здесь 50% детей с этим диагнозом имели судороги. И то, что мы видим, что дети с гипораманемией, у них ужасные судороги, постоянные судороги, которые невозможно было вообще лечить во многих случаях. Я показала вам вчера уже слайд ребенка с асфиксией, у которого очень неплохая была, неплохо выглядел, но когда мы посмотрели на ЭКГ, увидели постоянные судороги здесь, и компании, которые разрабатывают эти машины, они будут продолжать включать вот такие специальные сигналы о определении судорог. Здесь желтые маркеры показывают о том, что тут есть определенная деятельность. Невозможно видеть следы здесь, но это подтверждено ЭКГ. Это еще одна машина, это Николат. И здесь также есть возможности увидеть другие тенденции. Вот здесь и также вы можете видеть судороги, которые отмечены звездочками. И я знаю, что многие сейчас смотрят на разные тенденции, чтобы увидеть, могут ли они определить судороги, но лучше всего, если бы у нас были вот эти сигналы определения судорог установлены. Таким образом, в заключение хочу добавить еще один слайд после этого. Ненатальные судороги ассоциируются с перинатальными инсультами, с высокой смертностью, риском эпилепсии и нейронарушениями. Они в основном обнаруживаются первые 3 дня жизни. Их очень тяжело диагностировать клинически, потому что большинство из них субклинические, а клинические симптомы могут быть неконкретные, очень слабые. Они более четко диагностируются при помощи АЭКГ и ЭКГ. Мы знаем, что только двухканальный монитор может определить
80-90%, это все зависит от человека, который потом рассмотрит на запись, потому что мы должны рассмотреть всю запись. Мы также знаем, что дети лечат в основном фенобарбиталом, но также есть ограниченные подтверждения, которые мы получаем от рандомизированного исследования, контрольных исследований. Также моя рекомендация начинать мониторинг тех детей, которые находятся в группе высокого риска первые три дня жизни. Мы знаем, что большинство судорог из-за перинатальной асфиксии или из-за сепсиса, инфекции, они появляются первые три дня жизни, и поэтому это мониторинг в реанимациях, дети, которым нужна механическая вентиляция, особенно то, что я хочу сказать, что вот это простой мониторинг не должен исключать полное ЭКГ, и нам нужно ЭКГ для того, чтобы подтвердить то, что мы обнаруживаем при простом мониторинге. Для того, чтобы проводить успешный мониторинг, нам нужно тесно сотрудничать с неврологами, нейрофизиологами. На этом я хотела бы закончить, сказав вам об исследовании, которым я упомянула вчера. Я часть исследования, которое называется NEMO. Вы найдете это вот на этой страничке nemo.europe.com. Это консорциум госпиталей Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Нидерландов, Англии, Ирландии. И мы исследуем неонатальные судороги. Прежде всего, мы это делаем. Будем делать на лидокаине. Опять-таки, это рандомизированный контрольное исследование. Также частью этого исследования есть исследование судорог, лечение судорог. Я имею в виду тут и диагностика, и лечение в Европе. И я хотела бы спросить вас, есть ли у вас интерес в проведении такого исследования в Украине? И я вчера спросила вашего президента, могу ли я показать эти данные утром, и мне разрешили, поэтому это называется исследование, SurveyMonkey называется, вы получите по e-mail и можете ответить на это, поддерживается Европейским обществом педиатрических исследований. Я говорила также с профессором Джузеппе Боннакоре, который есть президентом этого Европейского общества, не знаю, пока не знаю, одобрили ли это исследование уже, но вот тут есть три клинических сценария. Один ребенок с асфиксией, один недоношенный ребенок, один ребенок с асфиксическими судорогами. Каким образом лечить этих детей? Потом 15 кратких вопросов о диагнозе. Сколько, кто из вас имеет доступ к АЭКГ, видео-ЭКГ, к обычному ЭКГ, какие антиэпилептическое лечение вы избираете, кто вы? Старший доктор, младший доктор, в какой стране вы живете и в каком госпитале вы работаете, например, это большой, маленький госпиталь или поликлиника. И если вам это интересно, я с радостью вышлю все это. Мы не можем, мы планируем поблагодарить всех, мы пошлем всем результаты по имейлу, тем, кто нам пришлют ответы. Поэтому у вас будет самая первая информация о том, как это все выглядит в Европе. И это, скорее всего, на это уйдет, наверное, год, потому что, безусловно, время нужно для того, чтобы обработать результаты. И видите мой email, там на первом слайде есть.
Мы, конечно же, хотим поблагодарить тех людей, которые будут делать такой взнос. То есть мы не сможем там, мы, ну, президентов отметим разных обществ, и также переводчиков. Может быть, мы это можем обсуждать, это нужно ли нам перевод будет на украинский сделать, или достаточно будет вам это все получить на английском языке, это я хотела бы вас спросить, нужно ли будет все это вам присылать уже в переведенном виде. И хотела бы также еще раз поблагодарить некоторых людей, с которыми я работала. Огромное спасибо вам за внимание. Уважаемый доктор, как часто вы отмечаете латерализацию судорог при гипоксической ишемической энцефалопатии, желательно в сравнении у доношенных и доношенных детей? Это очень сложно, спасибо. Очень сложный вопрос. Потому что с простым монитором, мониторингом, который мы используем, мы не видим этого часто. Но возможно, что полное ЭКГ покажет это лучше. И второй вопрос, если можно. Анализируете ли вы когерентность при электроэнцефалографии? Нет, обычно нет. Анализ когерентности... Или когерентность – это то, что вот уже появляется, все больше и больше исследований этому сейчас посвящено, потому что мы заинтересованы в том, чтобы увидеть, каким образом разные периоды, разные зоны мозга, головного мозга взаимодействуют, но мы не проводим это как клиническое исследование. Конечно, было бы интересно это провести. Thank you. Спасибо за очень интересную презентацию. И я хочу два вопроса вам задать. Первый вопрос. Вы показали результаты лечения фенобарбиталом и фенитоином, и потом вы, когда переходите с одного на другой, то нет особого клинического эффекта. Вы меняли, может быть, лечение, либо же добавляли что-то к тому, что уже получали, или они получали оба препарата. Если не было никакого эффекта, то тогда они получали оба. И мы использовали... Как я уже сказала, вот скорее европейский вот этот стиль мы используем, фенобарбитол, а потом лидокаин или мидазолам. И мы лечим, пока не увидим, что прекратились судороги или осталось, ну, или очень мало судорог. То есть, не знаю, ответила я на ваш вопрос. То есть, если нет эффекта, то лучше два препарата давать, а не прекращать первый. Да, мы считаем так, потому что, ну, нет конкретных научного такого подтверждения. Но я думаю, что многие из нас считают, что стоит просто добавлять препараты. Особенно это касается недоношенных детей. Может быть, это не так хорошо для них, потому что может быть, им нужна тогда механическая вентиляция, потому что они не очень сами дышат. Поэтому тут нужно балансировать все эти риски. У них может упасть кровяное давление. То есть это тут все нужно анализировать. Еще один вопрос. Когда метаболические судороги, гипогликемические, и может быть, есть эквивалент ЭКГ, но может быть, нету такого эквивалента ЭКГ. Но если вы видите судороги и есть метаболические изменения, то есть какая-то разница в лечении. Конечно же, вы исправляете
метаболизм, дисбаланс этот, но есть ли разница в антиэпилептических препаратах? Нет. Я думаю, что если метаболические изменения в дисбалансе, вы исправили, главное – это исправить гипогликемию. Если у ребенка прекращаются судороги, то мы тогда и не даем препараты, мы просто ждем. Даже если есть изменения на ЭКГ, даже так, мы будем проводить мониторинг, но если мы не видим судороги, то мы и не будем давать препараты. Спасибо большое. Огромное спасибо за очень интересную презентацию. Скажите, пожалуйста, на одном из слайдов на ЭЭГ, где был судорожный очаг, было написано тиопентал, но ни в одном из слайдов потом не было комментария, используете ли вы его и когда, если используете. Sorry, can you please repeat? Тиопентал, тиопентал, тиопентал натрия. Yeah? Используете ли вы его и есть ли какие-то исследования на эту тему? No, this was a very special. Это особый ребенок был, мы этому ребенку вместе со всем остальным давали, и ему все давали, ничего не помогало. И обычно мы не даем тиопентал очень редко, но в этом случае мы дали тиопентал. Но у меня нету тут никаких данных по этому ребенку дальше. В каком сроке после АЭГ-мониторинга вы проводите или рекомендуете проводить стандартную электроэнцефалографию? И как часто? In the term babies especially. Это в основном касается доношенных детей. Мы пытаемся провести полное традиционное ЭКГ как можно быстрее. И у нас нету такой службы ЭКГ, например, посреди ночи. Тогда мы ставим на монитор, и мы просим техника из департамента ЭКГ прийти утром и сразу же сделать ЭКГ. Но если у нас ребенок, у которого конвульсии в течение дня, то тогда мы звоним туда на ЭКГ и просим их сделать ЭКГ с самого начала. Но ЭКГ с самого начала. Но это делается как можно быстрее. Также у нас нет особой рутины такой, когда нам это повторять. Но если у нас асфиксированный ребенок с судорогами, то я думаю, что этот ребенок три, наверное, ЭЭГ, первую неделю проводим ЭЭГ. И мы полный ЭЭГ делаем, когда у нас есть вопросы для нейрофизиолога. Например, нету ли уже судорог у ребенка, то есть показывает ли полное ЭЭГ, что нету уже судорог. И тогда, может быть, мы снимаем препараты и проводим опять полное ЭЭГ, видим ли какую-то аномальную деятельность, вот таким образом это используем. И тогда можем сказать, что монитор говорит, что все выглядит нормально, но подтверждает ли полное ЭЭГ, то, что уже прекратились судороги. Огромное спасибо за доклад. У меня есть четыре вопроса. Скажите, пожалуйста, какими электродами вы рекомендуете пользоваться? То есть я имею в виду гидрогелевые или игольчатые? У каких детей? То есть если мы говорим о недоношенном ребенке, что вы, чему вы даете предпочтение? Начинаем с недоношенных, потому что это легче всего. У недоношенных первые дни жизни очень легко гидрогелевые. Это быстро и не проблематично. Мы делали записи при помощи гидрогелевых.
используем крем там такой и чуть-чуть его втираем и потом ставим электроды, все нормально. Это более сложно у доношенных детей. Гидрогелевые электроды не работают так же хорошо. Поэтому у нас всегда есть традиция использовать игольчатые электроды. И если сестра, врач, которые дежурят ночью, не привыкли обычные электроды, то тогда они игольчатые, потому что быстрее всего, легче всего и самая лучшая запись получается. Если в течение дня мы знаем, что мы будем проводить долгосрочный мониторинг, то мы тогда просим техника ЭГ, чтобы он такие электроды ставил, которые они как шапочку надевали, которую можем проверять. Но это, конечно же, сложнее с доношенными детьми. Скажите, пожалуйста, видели ли вы хоть раз токсические проявления использования лидокаина? Я имею в виду нарушение ритма сердца, то есть нарушение проводимости при использовании лидокаина как противосудорожного медикамента. В нескольких случаях мы видели аритмию сердечную и падение кровяного давления. Обычно то, что более важно с лидокаином, его нужно действительно очень медленно вводить для того, чтобы не... Это не отразилось на сердце. Есть исследование нидерландское, мне кажется, что они исследовали более 200 детей, которые получали лидокаин, и смотрели на побочные действия лидокаина. Я не помню цифру точно, но мне кажется, что аритмия сердечная 4%, кажется, детей, где-то так. То есть достаточно редко, но тем не менее есть, и мы это признаем, уважаем. Спасибо. Скажите, если мы говорим о противосудорожной терапии, как вы проводите оценку достаточности использования того или иного медикамента? Что я имею в виду? Первое. Вы смотрите на уровень препарата в крови и при достижении его порога токсичности прекращаете назначение. Или же второй момент. Вы оцениваете активность, эффективность противосудорожной терапии по электроэнцефалографическим данным. И что для вас в данном случае, что для терапии противосудорожного синдрома будет являться главенствующим? То есть когда мне закончить проведение противосудорожной терапии? Thank you. Спасибо. Я должна подумать, потому что много вещей. Мы смотрим на эффект от препарата по ЭГЭ, потому что мы хотим прекращать или, может быть, сокращать эти судороги. То есть недостаточно, чтобы ребенок перестал конвульсировать, но мы хотим и дать антиэпилептическое лечение. Мы даем фенобарбитол, это прежде всего, а 20 миллиграмм на килограмм первая доза, потом, если мы дальше видим судороги, мы даем, может быть, 10 миллиграмм на килограмм опять. Мы очень редко поднимаемся до 40 миллиграмм, но иногда такое происходит, но это только мы смотрим клинически на ребенка. В наших госпиталях и Швеции точно так же мы очень редко измеряем концентрацию препарата в крови, имеется в виду. Потому что если мы будем использовать вот эти дозы, мы измеряем концентрацию только в очень сложных случаях, когда у нас проблемы с тем, чтобы контролировать судороги. Но в тех случаях, когда, например, асфиксия, то мы даем, может быть, 30 миллиграмм на килограмм фенобарбитола и потом продолжаем с медазоланом или лидокаином, и уже доктор решает.
И длительность лечения очень часто достаточно короткая. Большинство препаратов мы прекращаем давать на первые недели жизни, редко, когда дети возвращаются и продолжают лечение. Спасибо большое за вашу лекцию. У меня вопрос. Когда вы отменяете фенобарбитал как противосудорожный препарат, используете ли вы именно непосредственно противосудорожными препаратами типа дифенина, которые не обладают таким седирующим эффектом, а обладают именно противосудорожной активностью в дальнейшем у детей? Thank you. Это стратегия, которую мы используем, но мы не знаем, наилучшая ли это стратегия. Мы должны оценить другие препараты вначале. Спасибо. И еще вопрос. Как максимально длительно дети, которые вышли из неонатального периода, получали фенобарбитал? То есть, возможно, это были дети, которые уже на дому в течение там, первых месяцев, первого полугодия или даже первого года. Как длительно максимально в вашей практике? Yeah, something like that. In It's quite rare that they go home. Очень редко, что они возвращаются домой и продолжают, но обычно... полгода, наверное, 6 месяцев где-то. И мы не увеличиваем дозу. Если ребенок стабилен уже, то мы продолжаем давать низкую дозу, а дети растут, и эта доза уменьшается. Но если у них судороги, то мы просим уже невролога, и они уже им назначают правильное антиэпилептическое лечение. Уточните, пожалуйста, даете ли вы противоэпилептические препараты при клинических судорогах, неподтвержденных на ЭЭГ? Раз. И, например, при САПТЛ судорогах у недоношенных? Да, да. Мы пытаемся подтвердить на ЭЭГ судороги, но иногда, если ребенок с очень сильными конвульсиями, то мы должны лечить ребенка, чтобы это было лучше для ребенка. Мы не можем ждать. И таким образом, если мы верим, что у ребенка слабые судороги, и мы не можем сразу же сделать ЭЭГ, то мы начинаем проводить лечение прежде всего. Конечно же, бензодиазепин используем, и мы видим, что прекратились судороги, а потом смотрим, не вернулись ли судороги, не продолжаются. Дякую за прекрасну доповідь. У мене таке практичне питання. Якщо у вас є пацієнт глибоко недоношений і є в нього підозра на інфекцію, чи завжди ви проводите спинномозкову пункцію, чи, можливо, для уникнення інвазії ви утримуєтесь від цієї маніпуляції, призначаєте лікування, а пізніше вже вибірково призначаєте пункцію? Дякую. You mean the lumbar puncture? Lumbar, да, ламберная, да, пункция, да, ламберная. Thank you. Спасибо, спасибо. Это сложный вопрос. Мы пытаемся сначала сделать пункцию, но не всегда так делаем. И обычно начинаем лечение сепсиса, но мы знаем, что можем менингит подтвердить, если потом позже будем проводить эту пункцию. Используете ли вы препараты, которые обычно назначаются у детей старшего возраста? Use for those who are older than 3 months. Клоназепам. Назовите. Клоназепам. Клоназепам. Да. I didn't hear that. Да, клоназепам. Yeah, very rarely we use. Очень редко. Клоназепам. В основном для доношенных детей.
it has happened in ну, происходило это и для недоношенных, но это очень редко. Мы совсем немного его используем в Швеции. Но если мы лечим недоношенного ребенка с судорогами, мы видим, если даем бензодиазепин, то есть риск, что упадет давление, то нам нужно тут очень осторожными быть с давлением кровяным недоношенных детей, поэтому очень тщательный мониторинг проводим. Если ребенок имеет судорожный синдром, по той или иной причине. И нормальный паттерн биэлектрической активности вытеснен судорожной активностью ребенка. Как в данном случае формировать наш прогноз на его благоприятное или неблагоприятное развитие? Как здесь поступать? Существует ли более подробные маркеры, то есть я имею в виду, допустим, появление абнормального цикла сна бодрствования. Я не уверена, что я поняла вопрос правильно. Если ребенок, у которого множественные судороги, и его сложно лечить. И вы хотите знать, какой будет прогноз у этого ребенка. Да, вы это имеете в виду? Если мы только смотрим на ЭЭГ, то мы видим, какая там деятельность на ЭЭГ. Если нет судорог, то мы можем прогнозировать результат. Если очень депрессированный ЭЭГ, это ассоциируется обычно с худшими результатами, а нормально, если, то тогда это ассоциируется с лучшими результатами. Сейчас мы проводим MRI головного мозга, смотрим на паттерны травм конкретных, но MRI, MRI, наверное, лучше всего определяет вот эти травмы мозга, нарушения. И плюс клиническая ситуация к этому даст нам более точный прогноз. И у меня еще есть последний вопрос. Скажите, есть ли в вашей клинике понятие эвтаназии? То бишь, если ребенок констатируется смерть головного мозга по данным электроэнцефалографии, компьютерной томографии, и вы принимаете решение об эвтаназии? В нашей стране активная эвтаназия не разрешена, но мы можем прекратить лечение, которое ничего уже пациенту не дает. Мы можем решить, что ребенок, что мы не можем помочь этому ребенку, и тогда мы просто прекращаем лечение, мы убираем механическую вентиляцию, но мы не можем вводить препарат для того, чтобы прекратить жизнь. То есть активную эвтаназию не проводим. Нельзя.